Макс, помоги, как найти девушку. Блять, остановись, моя твоя помощь будет, это совет, не находить ее. Вот это помощь, вот это настоящая умная, блять, помощь от умудренного жизнью человека. Ты послушай, наверное, стариха. Попросил напомнить о Шикамори. Мне уже похуй на Шикамори, честно говоря. О, господи. Ты кто-то из Наруто? Я? Ты? Я, кто, да. Ты из Наруто? Я из Наруто, этот, блядь. Полежайкин, блядь. Поджирай? Нет, сейчас. Сейчас так заходим потихонечку. Поджирайкин? Поджирайкин, да, так. Ой, спасибо. Спасибо. Спасибо, блин, за подписку. Промокод на сампе. По идее, должен DAV работать. Не знаю, как там сейчас. Что именно сейчас? Так, ага. Теперь мы включаем экран. Раз, два. Угу. Что там видно? Ой. Ой, уже кто-то пиздеть начинает. Я, говорит, узнаю этот звук. А, ты где-то там разъебанный, да? Я, да, разъебанный, мне лечиться надо. Как вы помните, меня в прошлый раз. В больнице, в Стоковой. Как помните, меня в прошлый раз оставили в тюрьме за потасовку с полицейским. Там я подхватил крытый тубик, а он, как говорится, не опасный. Но я решил все равно пролечиться. Сейчас. Короче, я считаю так. Сейчас, блять, в этот день, вот сегодня, мы берем. Что там, блять, происходит? Мы берем, находим нашу машину. Я не представляю, где она находится. Она на штрафплощадке. На штрафстоянке, да, сойдет. Затариваем. Собираем всех, кто есть среди ОПГ нашей. Затариваем, блядь, им эти самые, как их, биты. И едем разбираться с какой-нибудь ОПГ поменьше. В Белый дом не поедем, там нихуя интересно не будет. Новый мем, ребят. Одна из ОПГ — это милиция. Придержите, пожалуйста, его. Я сейчас не могу открыть. Да что ж ты будешь делать? Сейчас я... Ой, блядь. Так. Пацаны, на туберкулез задонатили. Да, задонатили на туберкулез. Видите, что происходит. Погнали, надо каким-то образом. Койка занята. У тебя перенеси баннера. А, другой, да? Угол. Согласен, сейчас. Так, и заодно открою этот. Сейчас он свернется чуть-чуть. Угу. Угу. Так. Нет, сервер не первый, сервер четвертый. Аня так умерла, ты аккуратнее. Братан, если Аня — это кто-то... Блять, кто-нибудь помнит мем про Аню? Если он существовал, просто я абсолютно забываю на следующий день обо всем, о чем мы говорили. Какая Аня умерла, в душе не вижу. Ладно, лечимся. Отойди, бич, я не в настроении. Смотри, стоит, сука. Саид, блядь, здесь люди достаточно непонятливые. Мне что, еще раз сказать? Господи. А, Соня, то есть только Сонечка. Да, пацаны. Да, это правда. Доктор, ты меня слышите? Кто там вызывает, подожди. А доктор, можете мне, пожалуйста, срочно вылечить? Не пойму, блядь, откуда идет звук. Будут ли гномы в ближайшее время? Будут. Какие именно тебе? Выбирай. Да что ж такое? Не могу откашлять. Ну, вряд ли идет речь про Зеленского. Наверное, это Deep Rock Galactic. А, вот эти? Ну, эти уже навряд ли. Запомни имя Мерзабек. Я буду твоим правым глазом. Жду тебя. ДНД на стриме. ДНД, именно вот ДНД, не знаю. На столке, может быть, мы поиграем какие-нибудь простенькие.
попещиками. Так, я не знаю, этого достаточно, чтобы выйти из больницы? Может, тоже обратиться, как он там стоял? Как он там стоял? Доктор, доктор, где он? Ну, когда я там лежал, там медбрат просто подошел такой, эй. Ого-го-го, уважаемый медбрат. За шоколадку и коньяк, пожалуйста, подлечите меня. Пошел нахуй отсюда, я нормально спрашиваю с уважением. Лечи 200, говорит, лечи. Меня лечи, медбрат, не его. Скажите, что вас беспокоит? Энурез, подагра, цистит, крытый ситуация тубик. Ситуация на Донбассе. Да, меня беспокоит ситуация на Донбассе. Вообще, по-моему, такие шутки нельзя говорить на стриме. О, говорит, в каком стриме, блядь? А, уважаемый медбрат. Уважаемый медбрат, что там происходит? Здравствуйте, как дела? Мне рубас задонатили. Что за ебан бобин, блядь? Братан. Братан, спасибо тебе огромное. За 1000, блядь, рублей. Большой рубас, ну. Расскажите, что вас беспокоит. А, все, да, надо просто нажать. Прошу прощения, спасибо большое. Блядь, надо было просто нажать, что... Так. Да, я думал, вы тупой. Сейчас, секунду. Блядь, мне тут пишут, они самые. Кого ты там... Зачем ты там банишь, блядь, всех по приколу? Не исполняй хуеты, пожалуйста, разбани зубру. Все, я можешь готов. Можешь показать карту на секунду мне? Карту? Сейчас, погоди-ка. Карта. Так. Понимаешь, где? Все, понял, да. Все хорошо. Продолжаем. Как отсюда выйти? А, вот точно. Все, пошли. Ты едешь за мной? Ты машину найдешь нашу? Ну, я пока что... Ну, я постараюсь, но моцик у меня есть. О, какая цаца. Ёбен-бобен, вот это куколка. Просто Барби. Здравствуй, уважаемая. Сука, отвечай мне, пожалуйста, я с тобой знакомлюсь. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, кто друг? Рядом должен лежать. По какому он лежит? Братан, ты когда с регистратуры разговариваешь, не ори так громко, пожалуйста. Мы тут общаемся. Мы иди с поликлиники. Да погоди, я знакомлюсь хорошо. Посмотри, тут кульно. Ладно, сейчас... Иду тёлку, иди сюда, посмотри нахуй на это. Мила, у меня есть... Иду. Мила, у меня есть машина, деньги, мне срочно, ты с нами? У меня есть машина, деньги, хуй. Слушай, что ты любишь, ты с нами? Блять, говно, ну все, пошли отсюда. Так, что тут происходит? Стри направо, нахуй. Ну, как обычно, блядь, стандартный день. Не, иди в мою сторону. Иду. У тебя то же самое, да? Да, то же самое. Уебалось, скоро уебалось. Садись, такой стрикой классный, да? Вас, ты что делаешь? Опасный дед рептилоид. Очень хорошо. Ну что, поехали за... Тут, конечно, народу много. Можно было с кем-нибудь пообщаться, познакомиться, подружиться. Хотя здесь не очень разговорчивые люди в больнице обычно. Что ты делаешь, папа? Я считаю, если хотим общения, то го купим. Мне надо купить лицензию на оружие и пойти оружие купить. Давай сначала возьмем нашу машину, нашу любимую машину. Блять, какая она медленная. Как только вспомню, зачем мы ее взяли? Могли что-то пошустрее. Нет, там все отлично. Сейчас я припаркуюсь возле техники для дома. О, господи, стройпласт. Припарковался, все хорошо? Мне надо... Ты что, сука, уйти? Попроси напомнить про сон. Братан, спасибо, что напомнил про сон. Сон я уже забыл. Так, Максим, у тебя хуёвый ОПГ, никакого уважения к пахану, никакой иерархии. Вали нахуй этих беспредельщиков, не по понятиям вообще. Я тебе скажу, ты когда-нибудь видел такую динамическую ОПГ? Каждый раз, когда я выхожу на улицу, у меня совершенно разные последователи. Продукты. Вход, блядь, 1000 рублей, я ебанулся. Зачем ты это делаешь? Я хз, как... Пацан, я, по-моему, штраф заплатил, я не знаю, где штрафстоянка. Штрафстоянка? Как мне... Окей, кар. Пошли тормозить людей на дороге. А, окей. А, все, нашел? Заставить на штрафстоянку, и сейчас я отмечу ее на GPS. Сейчас мы едем. Сам потише, можно попробовать. Ага. Так. Вот так, да? Да нет, твич DJ не подойдет. Хасана досмотрели, все правильно.
Погоди, говорит, загоняй свою машину на черном рынке в полцены и бери Мерседес новый подержанный. Здесь можно... Новый подержанный, говорит. Здесь можно... Новый подержанный? Здесь можно получить Мерседес... Бля, как я хочу Мерседес, не представляешь, я хочу крутую тачку, чтобы всякие тёлки типа милые. Брат, я уебусь. Что, не танцую? Нет, ну ты выглядишь как крутой тип. Стрекал умею, нахуй. Без машины все равно не то. Ну так за 1000 лет, наверное. Не, мы скоро будем. Я не уверен. Абсолютно, да. Умри нахуй. Так, ага, хорошо. Не хватает 20 бачей на Хасана. Госкинемся, говорит. Мне это будет сумасшедший челлендж. Смотреть Хасана с самого начала до конца. Я потеряю всех зрителей, всех подписчиков, все, маму, папу потеряю. В грустной аварии с детьми. Да-да-да. Ой, бля. Да что это за звуки? Прекратите, пожалуйста. Так, а как тут? Вот так. Что-то не по правилам, не по правилам. Не по правилам ездишь. Так, не боишься? Братан момент. Братан, братан момент, давай. Надо переплыть океан, понимаю. А, там... А как? Ой, бля. Орёт, не тормози, подожди, что хочешь, подожди. Стой, стой, стой. Что хочешь? Рассказывай свою проблему, братан. Еще раз. Паша, иди нахуй, садись. Бля, ну... Ну ладно, денег не возьмешь. Денег не возьмешь? Деньги, поехали, блядь, быстрее. Конечно, смотри, глядь, куда ты торопишься? Ну, слышишь, нет. Мне только что сказали. Мне только что сказали то, что меня не уважают, блядь. Открой, пожалуйста, машину. Меня не уважают мои же, блядь, шныри, сука. А, можно, да? Меня не уважают мои же шныри. У меня, кстати, все оружие забрали. Ты чё, сука? Ты как с паханом базаришь, гнида, блядь? Кого, блядь, быстрее? Ты кого напряг, сука такая? Гандон, блядь. По лицу машины ему. Тварь. Закрыл он транспорт, я сейчас съебался. Закрою. Бешеный дед бежит. I know kung fu, блядь. Совсем охуели. Совсем охуели. Ой, дедушка, возвращайтесь. Чтобы разговаривать, так... Чтобы разговаривать... Чё там? Ёб твою мать! Ух! Стой, стой, стой. Да, до свидания, прощай. Ты нормально? Ты выживешь? Да. Блядь, от тебя как от реактивного самолета идут эти волны, осадочное явление. Извиняйся перед паханом, ты чё, охуел, молодой? Смотри, чтобы... А, не, он у нас закрытый, по-моему. Целуй, блядь, перстни крестного отца. Извините, пожалуйста. Ну все. Так вы поедете? Конечно, поедем, конечно. Блять, не дерзи, конечно. Помню, в каком-то фильме я в детстве смотрел, оказывается, типа, есть кольца для хуя. Да, существует. Это хуевое венчание. Все, садись в такси. А я хотел еще раз прыгнуть. Да не, уже нормально искупался. То-то же, блядь, будет тебе. Правильно, надо марку держать. Если я, блядь, глава преступника... Ты можешь на заднее сиденье посадить? А что это за здание такое? Вась, я знаю, это из этого, из темного дозора. Ночной дозор, блядь, из второй части. Буква С тоже. Так, на заднее сиденье. Братан, а куда ты едешь, собственно-то, блядь? Да, куда? Куда едете, нахуй? Подождите, куда ты едешь? В смысле? В смысле? Нам вообще в противоп... Нам надо на... Блядь, братан. Он правильно все. Он таксист, он знает. Он таксист, ты город не знаешь, он таксист, он город знает. Меня отмечено на GPS-е. Что? У меня есть водительское право счета. Блять, ветеранов не уважаешь? Вылазь из машины, нахуй. Ты если не таксист, тебя просто выгонят за руля, напишешь, что ты не таксист. Ты с кем разговариваешь, нахуй? Блять, пут, я не хотел, чтобы ты это начинал. Ну ладно, давай, как отсюда выйти, блять? Как, на какую кнопку ты выходишь? Да, я... Фу, как выйти отсюда? Я тебя поддержу. Ух ты, блядь, Хасан, смотри, Хасан, разъебал, этот ломался. Слушай, я тебе клянусь, я не могу выйти. Я бы с удовольствием... Ладно, дай залезу обратно, подожди. Что ты закрываешь? А, он что, Азра, я залезу. Нормально общались, блядь.
Действительно, если такие нюансы происходят, если какой-то рамс, блядь, надо ставить на место. Я считаю, что... Нам направо. Сбивай нахуй. Я ладно. Знаю, куда ехать. Да, он знает дорогу, все в порядке. Бать, звезда падает, загадываем желание. Где она была? Блядь, где-то здесь. А может это 9-11? А может быть и да, может быть и не звезда. Ой, какая у них замечательная машина. Едешь такой, короче, ночь, красота, идешь с девушкой, думаешь, это звезда, а это террористическая атака. Да ладно. Хорошая шутка. Этот канал был забанен. Ты стендапер? Давай, блядь, стендап эту самую. Стендап батл. Я стендаун. Ты такой плохой повар, что когда ты жаришь свою сестру, ты не доводишь ее до кондиции. Понял? Ну, блядь, ни аплодисментов, нихуя. Медиум рар сестра. Что за хуйня сестра? Медиум рейс сестра. А вот не это, блядь. Вас дверь открыта нахуй. Кто это вообще такие? А ОПГ красные. Коммунисты. Ебать. Слушай, можешь кого-то по встречке? Странные у тебя запросы. Можете кого-то по встречке сбить, товарищ таксист? Да, можете, пожалуйста, автобус детей, если будет ехать на встречку, то... С детьми автобус, школьник. Так, чтобы была страшная автокатастрофа, чтобы ни одного выжившего, трое в реанимации. Четверо не пострадали. Что, если мы планируем еще с кем-то сотрудничать, то... Ой, бля, в натуре надо забей. Блять, вообще, просто... забудь и не вздумай этого делать. Что, соблюдай правила это дорожного движения. Это твой брат. Бич. Да, это бич, мой брат-близнец сказал. Не я. Бич Смоленцев. Бич Смоленцев сказал, да. Я-то тут при чем? А вы штраф оплатили? Да. По-моему, два раза, ну богу. Ты так стримить не хочешь? Нет. Нет, ребята, эти шутки еще в пределах нормы. Сейчас направо. Есть вообще дикие шутки. У меня есть как минимум 3-2 дикие шутки, за которые я получу бан. Но смеяться вы будете до конца жизни. Завтра вас истощенными мать найдет. На полу, возле компьютера. Обосранные, блядь. Да, стримы давы, что скажет твоя моча, да. Она идет путь. После стрима давы, боссом. Мысли ебо ловит, блядь. О, братан, мы приехали, вот. Братан Дукати, полтора лимона, чё за хуйня, откуда такие деньги? Ребят, я не буду рассказывать такие шутки. Я же говорю, это банк перманентный. Одну, говорит, дикую ВЛС. Как выйти из тачки? А, блядь, смотри, просят. Ладно, похуй, погнали. Братан, а где? Только не клипуйте и не бань... Ой, блядь, не репорт... Ф. И не репорте, пожалуйста. Не клипуйте и не репорте. Я расскажу одну. А ты видишь, где эта машина наша? А, нет, нашу не нужно. Может, сначала здесь надо зайти в кибитку, блядь. А, блядь, мне, походу, надо множество раз оплатить штраф. А, подожди. Так. Пацаны, а как штраф оплатить? Так, ладно, ты тут пока разберись, я... Ну, хороший байк. Что это вообще, велосипед? Я тогда отойду, расскажу в тихую шутку сейчас. Угу. Сейчас вот так в угол, чтобы никто не видел. Подписчик канала Арсен Фреш. О, Арсен Фреш. Я не знаю, как тут сделать, чтобы я сел. Ладно, нет, не особо важно. Короче, пацаны. Выходит Мэдисон на улицу, его встречает бабушка. И говорит, слушай, сыночек, подскажи... А, бля, погоди, там наоборот было. Это он у бабки спрашивает. Все, пацаны, я обосрал шутку, возвращаемся. Все, я ебанулся, я, блядь, пересказываю. Сыночек, пиздец, как я мог забыть этот анекдот? Коли ты так быстро идешь, сыночек? Слушай, я, походу, забыл нахуй в банкомате оплатить хуйню. Это обязательно только в банкомате нужно? Да. У нас как братан, всегда... А где ближайший банкомат? Я дал, не я забыл. Ладно, Никита, может ты... Сука, руки... Брал, блядь.
Ну ты, Никита, отойди нахуй отсюда. Ля, Никита, куда ты ломишься? Ой, прошу прощения. Никита, стреляй, суку, в Никиту. Блять, еще оружие, сколько всего вернуть надо. Да убейте Никиту нахуй, все. Все, куда? Куда? Садитесь, поехали. Нет, поехали, поехали. Поехали, у Никиты пушка. Поехали. Никита, прости, братан. Мы все свои. Подписчикам канала Арсен Фреш, блядь. Посвящается. Стрельба по таксисту. Быстрее, путь, быстрее. Какого хуя, я спрашивается? Чё за хрень? Какой опасный мир? Как, ну, блядь, это произошло? Что тут банкомат рядом? Ладно, тут банкомат рядом. Это был простейший способ. Спасибо Никите. Я в жизни больше не буду рамсить ни на кого. 1500. А мы слушаем, ему же, наверное, миротворческое ОПГ. Да, хорошо. Давай переквалифицируемся. Миротворческое ОПГ. Но что мы будем делать? Заключать мир с людьми. Отвозить их в клуб на тусовке? Пойдем попытаемся на словах убедить. Понял, это сложно. Давай просто быть нахуй бандитами. Обычными бандитами, да? Я тоже подумал, сейчас, да, если поедем. Переквалифицировались второй раз. Если. Да, еще раз переквалифицировались, быстренько. Я просто подумал, если мы сейчас приедем к реальной бандитской группировке и попробуем на словах убедить их расформировать все, что жизненно прекрасно, жизненно, блядь. Какая она там еще? Да, есть проктолог. О, блядь. О! Ой, блядь, экстра-сик. Боже мой. Уважаемая, вот это жопа. А ты где ее нашел? Сел посмотреть, блядь. Братан, тут полно таких жоп, они идентичны. Это самое прекрасное из всех. А ты на каком этаже? На втором, Даша. Даша? Что он делает? Дарья. Не слушает, блядь, не слушает. Вашей маме труп не нужен? Вашей маме труп не нужен, блядь? Слушай, блядь. Все койки, блядь, все койки заняты, какая-то пизделка дикая. Я все видел, блядь, я на тебя, сука, наложу. Блядь, я ничего не видел, братан, отойди. Я не знаю, как отойди. Все, сука, господи, блядь, здесь в этом мире рамсить в принципе нереально. Все такие серьезные. А что он нас может бить? Я не знаю, вот такой он слишком наглый. Что за хуйня? Я тоже хочу пиздиться. Я уже не хочу, мне хватило. Столько раз пизды получил, что дай боже. Оба! Так, нашел. Оба, все. Мы медицинское ОПГ. Смотря сколько. Учитывая, сколько раз мы подохли, здесь были, да. Нам уже давно было приезжать в больницу. Чего им это делать? Дай я попробую. Нет, не получается, не представляю. Говорит, чтобы рамсить, нужно оружие. Здорово, пацаны. Так, пацаны, посмотри донат. Ой, блядь, ребят, сейчас, секунду. Да как я сейчас посмотрю донат? Ну давайте, если это так важно, чтобы прям сейчас посмотрю. Прям скандируйте. Так, сейчас, секунду. Сейчас, одну секунду. А как мне найти телефон человека с лицензией оружия? Так, сейчас. Ой, ёб твою дизель, тут действительно, Макс, посмотри, пожалуйста, небольшой файлик, мультик, смотри. Так, ага. Сейчас. Кудличию нашел Аздам Хусейн, добрался до ТВ. Посмотрим, продолжение прошлого донета, крут замкнулся. Посмотрим, Макс, я умоляю, стою на горохе, на коленях. Ага, Макс, посмотри, пожалуйста, небольшой файлик, мультик смерти. Все понял. Здравствуйте, как дела? Ой, Фортис. Блядь, 1000 рублей, я же ебанулся. Темный рыбак, 200, за пиццу. И тебе привет. Здорово. В Ростов привет пересылаю. Макс, зайди, 100 бачи, значит, за 3 серии Хасана и Раиса. 100 бачи за 3 серии Раиса и Хасана? Братан, я не хочу терять лицо перед своими подписчиками. Типа, продаваться и исполнять хуйню, заставлять 2000 человек смотреть за деньги еще раз эту ебань, душить их за деньги. Нет, деньги это, конечно, хорошо, но
Прости, я откажусь. Уважаемый Максимилиан, приношу свое уважение. В мэрию будете ехать регистрировать свое ОПГ. Блять, вообще-то надо, наверное... Да нет, мы будем подпольное ОПГ. В мэрию ехать, хуерю, это все слишком. Так, хороший стрим, дать лом, шутки пиздать, но у меня такое чувство, что я стал деградировать. Что для тебя главное в жизни? Мой братан, для меня главное в жизни... Да нету, блядь, особо ничего. Не подохнуть прямо сейчас бы, да и все. Вот прямо здесь, блядь, за компьютером. Не откинуть копыта к хуям собачьим. Ой, что здесь происходит? Максим. Что, да? Кто меня зовет? Что такое? Кто зовет? Что вы здесь сидите? Пацаны, можно с вами? Можно с вами, пацаны? Блядь, господи, господи, пропустите. Путы, у нас уже какие-то... Началось. Мы собрали всех людей, блядь, в больнице почему-то. Все почему-то в бичевских обносках. Ясно. Не, ну тут один, смотри, какой серьезный пропал. Да, ребят, никто не видел медбрата. Давайте, ну да, есть и серьезные. Давай, короче, сейчас отлечимся, заплатим, заберем свою тачку. И уже хоть что-то сделаем, хоть что-нибудь серьезное. Что в этой жизни серьезно? Так. О, господи. О, господи. Так. Я еще не могу отсюда выйти. Смотри, как я могу к тёлкам подкатывать вообще. Тут Дрейк, блядь. Дрейк в Вайсити приехал, да. Глория. Да посмотри, сколько у вас здесь. Глория, здравствуйте. Кто хоть одна тёлка? Глория Холл. Сегодня? Глория Холл. Уважаемая. Паскуда ты, ёбаная... А, нет, отвечаешь. Не хочешь познакомиться? Слушай, у тебя баребухов нет? Говорит, не ас. Хуя ли не а? Ты видишь, сколько нас человек здесь? Нас 10, ты одна. Мы в кругу. Мы по кругу, ты в... Ты окружена, блядь. У тебя нет вариантов. Дрейк, отойди нахуй. Мы 4000 накидали. Как тут деньги переводить? Вижу, говорю. Манурин, это ты? Пай, айди и сколько сумму? Нет. О, команда. Что? А какая команда? Молодцы. Молодцы, блядь. Вы что, не видите, нахуй мы с девушкой знакомимся? Какое, блядь, пай айди? А... Ёбин-бобин. Макс, это ж тебе деньги. Братан, у меня 360 тысяч. Я самый богатый человек на Волосе. Отойди, все, пожалуйста, отойдите нахуй все. Глория, погнали с нами. Погнали с нами, мы тебя пустим по кругу, будет весело. Накачаем тебя наркотой. Мы все оплатим. Все включено. Нет, спасибо, в смысле, клубы любишь? Трусить пизду любишь на танцполе? Вот еще так вот, вот такая музыка, знаешь, клубная. Громко пошли нахуй. Я бандит. Тебя никто не спрашивает, ты уже нахуй. Люблю мирную, спокойную жизнь. Тварь, я по миру пущу. Выходи, блядь. Сука, выйдешь из больницы, ходи, оглядывайся. Ля, он ее чипает за пизду. Ты мне врешь. С такими блядскими глазами мирную жизнь не любят. Спокойную все, пошли отсюда нахуй. Пошли. Я думаю, ты вылечился. Да. Все, погнали. Женщины меня не любят. Терпеть, блядь, не могут. Делай вид, что тебе на нее похуй, сама приползет. Братан, я там буду стоять часа два. Делать вид, что мне похуй. Нихуя себе. А я как танцевать? Как танцевать? Дамка! Тю, блять, нашли. Хочешь стать радиоведущим на радио Радмир FM? Тогда заходи. Секунду. Чуть-чуть потише. Так, где настройки сейчас? Настройки звука. Странно. Я точно слышу. Ага. Так-то лучше. Надо банкомат найти. Ух, блять, лучше мы... Лучше бы мы взяли какой-нибудь не двуместный, хотя бы 4, а лучше 6, если такие существуют. Что такое? Как танцевать, ребят? Транспортные средства отдать.
возле поликлиники пати. Никто не помнит, блядь. Аним? Погнали. Ну, братан, тут паречник. Чуть постоим, чуть-чуть разрядимся. Давай, подкрепи, путка, давай к нам, чуть-чуть дэн с ним. Аним. Слышь, аним. Ну, давай, подключайтесь, ребята. Медбратья, давайте с нами, сегодня у всех выходной. Подходите, я вам чуть-чуть накину. Дмитрий, Вадим, давайте к нам. Бля, они меня слышат хотя бы? Смотри, съебался. А, это колоночка его. Еще ну шапка левитирует. Охуенная пати, бля. Да нет, тут нихуя тухлая, блядь, никто не танцует. А я? Нормально. А где ты? А, вот. Рядом стоишь. А, вижу, вижу, вижу. Ну да, ты хорошо танцуешь. Хорошо. Вечеринка у Децела дома. Да, гуляет весь район, гуляет вся школа. Сосисочная вечеринка? Да блядь, братан, тут с бабами достаточно туго. С бабами... Погоди, что значит черная мафия? На паузе 30 минут. А ну-ка, слышишь, все, хватит. Что это, что? Нихуя. Да, они нашего завалили. Нихуя. Братан. Что ты? Я начал флексить на новом уровне. Я продвинулся. Наш человек. А, подожди. Я теперь сверхчеловек. А, значит, вот так вот. Ебать. Ебать, братан. Вот это хорошие пошли. Бля, по-моему... Моего деда Паркинсона все не вылазит из этой хуйни. А мне прекрасно, мне только лучше стало. А, на я. Вот я зажгу, блядь. Что это за машина? Откуда? Отличная зовут. Вот, танцпол нам подсветили. Хорошо. А, тут только одно место в этой хуйне. А, одно место? Ну да. Паршиво. Паршиво. Так, ладно, нам надо ехать, наверное, в банкомат, да? Да. Хорошо, все. Хорошо, хорошо, все. Погнали искать банкомат. Стой, спасибо всем, спасибо, ребята. Удачи, кто все сам свадьбе. Сажусь, сажусь, сажусь. На главную хуйню быстрее. Не туда сел. Куда, подожди. Блять, ну вот я езжу туда-сюда, налево, вперед, назад, на большой хуйне. Дорожная служба. Быстрее. Что за хуйня тут, бля, какие-то гули. Че сегодня за праздник какой-то, а, Хэллоуин? Я не вижу тебя абсолютно. Подожди, а, ну ты у меня... А, блядь. Окей, сейчас меня отключили от сервера. Кто это? Хотлайн Майами типа какой-то? Что за малышка сейчас пытается. Хорошая песня. Так, я тебя жду, Ну, меня сейчас, я сейчас на вокзале. Вот там погоди, слушай, братан, ну... А мне можно? Я заплачу. Слушай, что ты так распространяешься? Прямо возле поликлиники орешь про наркоту. Пойдем отойдем за поликлинику. Поговорим. Пойдем. Сейчас, погоди. Погнали. Пут, я сейчас сделаю все. Ты че, охуел, братан? Ты моего барыгу задавил, дерьмо собачье. Пошли. О, господи. Сейчас. Блядь, сейчас, секунду. Как это не барыга? А нахуй мы сюда пришли? Сейчас, секунду, подожди. Звонки. Так, алло, алло. Да. Ну, да, нормально. Но я опять перезвоню. Ага, спасибо. Так. Ёбаный в рот, ребят. Так наркоту не покупают. Ну, мне кажется, что так наркоту не покупают. Можно я останусь? Ты сам-то не знаешь? Нет, сам-то, конечно, я не знаю, но... Я миллионер. Ты миллионер? Я миллионер. Ну давай. Я тысячник. Бесит, когда твоего барыгу дают, да, пацаны? Ну давай, что там? Че, сколько? Че, куда, кого? Так, мне еще 2 рубаса закинуть. Спасибо большое, Алекс. Егор, братан, ну давай. Погнали. Путь ты ждешь, я нам. Я сейчас все организую. Блядь, ну... только вроде соскочил. Смотри, там главврач. Там главврач, мент и бомж.
Ага, хорошо. Не, они все равно приходят. Бля, братан, они за нами следуют, пиздец. А, вот, вот, без свидетелей бегу. Не получится. Без свидетелей никак. Скидывай, я бы... А, все, подожди, сейчас. Как там? Я понял, где ты. Спасибо, брат. Я что-нибудь тебе должен? Так, что там? Что написано? Нет? За счет заведения? Спасибо. Я вас знаю, барыг, блядь. Вы сначала одну... Хуй там мне, погоди, прямый. Вы первую дозу даете бесплатно. Ты торговец смертью, блядь. Вы первую дозу даете бесплатно, а потом, сука, меня вот сейчас. Садись, сука, бля, говно, бля. Куда садиться? Куда садиться? Розовый хуюм. Ой, блядь, Рейндж Ровер. Водили, буду сосать. Рикардо приехал. Садись быстрее! Я сел. О, хорошо, Рикардо, братан, это ты! О, господи, Рикардо, что ты за человек? Скажи честно, ты Роберт Дауни-младший? Ты какой-то, ну, секретный миллиардер? Ну, я Дауни. Ты Дауни, а Рикардо? Нам надо банкомат сначала. Нам банкомат надо. Бля, какой ты крутой, слушай. Надо было тебе... Да ладно. Слышишь, что ты... Братан, да ты Иисус, ну нахуй. А кто ты? Да, ты Иисус или Христос? Подожди, кто ты? Ну, братан. Xiaomi? Xiaomi. Meizu. Как хорошо, что у нас есть такие друзья. Братан, банкомат. Надо банкомат. Так, я забыл, как принять наркотики. Ну, в принципе, это к лучшему. Потом, под музычку. Под музычку в каком-нибудь баре. А, тут. Ох, я не выйду, сам иди. Слушай, ну это радикальный банк. Братан, эти мигалки, они законные или ты это прицепил сам? Нас не посадят? ОПГ бросили. Блять. Если кто-то из ОПГ. А, нахуй я это в игру говорю. Если кто-то из ОПГ. Точно твоя банда, судя по статусу, это его. Я тоже смотрю на его статус, и у него это, мне кажется, его город, блядь. Не то чтобы банда. Ой, господи. Да похуй на них. Эх, блядь. Короче говоря, если кто-то на стриме из ОПГ сейчас присутствует. Вот. Хорошо, подъехали. Сбербанковцы, блядь, приехали. Ну, инкассаторы бедные. Значит, место сбора у нас будет после того, как мы получим свою машину. Хотя я не знаю, нахуй нам своя машина. Там, конечно, как тоже нахуй? Там, конечно, что тоже розовый внедорожник, как и вот этот. Но, сука, разница есть приличная. Все, нам надо забрать нашу кралю. Схуяли, выходим. Выходим, блядь, выходим. Сука, схуяли, кто это? Влазь, доставай Стас, этого, блядь, ты... дебила. Стас, вылазь, пока тебе. Ну что, здравствуй. Гнида такая. Что это за удары? Максим. Я ослабел, пиздец, братан. Я очень слабый стал. Удары просто невозможно. Залази, чё, давай. Да ты посмотри, не любишь ты драться? Что-то у меня ручки, блядь. Сторчался. Ручки совсем иссохли, нам блядь. Нам надо махать. На штрафстоянку. Так, да, штрафстоянка. Руки петарды. Не, ну ты быстрый, сейчас смотри. А, погоди-ка, говорят арендовать им маршрутку. Короче, ребят, если... Слушай, действительно, давай для банды арендуем маршрутку. Слушай, а где маршрутку арендовать, Рикардо? У нас появилась идея, просто мы приваливаем на маршрутке к кому-то, и оттуда выходит 10 20 таджиков, людей. Да? Выбегают. С битами. У каждого бита, да? Ой, ёпин, ох, так, ладно, хорошо, в принципе, я могу это сделать, но, может быть, это лучше сделать кто-нибудь из группировки? Ребят, из ОПГ есть кто-нибудь, кто может быть автобусником? Я дам денег на маршрутку. Ого, на стоянку, на штрафстоянку, ладно. Да, сделайтесь кто-то автобусником, будете нас... О, опять это звезда. Высадимся, как звездный десант. Загадываешь? Да ты знаешь, у меня в принципе нет. Братан, я только что отказался от $100 за 20 минут Раиса. То есть, Бля, если вы... Я вообще не вижу аплодисментов. Где овации в чате, нахуй? Ребят, я ради вас отказался от, блядь, 6 тысяч рублей. Овуляции в чат, ну как бы...
Овуляции в чат, вы что, уважаете, блядь? Господин человек, это предложивший, проконтактируйте меня, у меня хоть час посмотрим, $300, все отлично. Потом, вы меня не знаете, я вас не знаю. Спокойно посмотрим, у меня настроение. Спасибо, что вы цените, что я для вас делаю. Спасибо вам, ребят, я вас так люблю, я всех люблю вас. Мои, блядь, вы, нет, вы не мои, я ваш. Ебите меня. В общем, спасибо за то, что поддерживаете. Минус 7к, ну и дурак, пошел нахуй. Не трави душу, я знаю, что минус 7к. Блять, вообще-то эти 7к были бы очень кстати. Я же, блядь, видеокарту, сука, покупать буду. О, ладно. Когда, блядь, уже воскресенье вечер. Так, ладно. Да. Ну, нет, я имею в виду то, что я уже договорился насчет этого. Ок. Так. Включи настройках широкий экран, давай попробуем. Да. А если у тебя все слетит, нахуй? Если слетит, то это будет пиздец. Я даже не знаю, что. Тебе все нормально. А ну тебе надо, блядь. Все нормально, блядь. Все нормально, да, действительно, какая конфетка. Ниндосик, тебе моих донатов не хватает. Брат, ну хватает, конечно. Спасибо тебе за твои донаты. Но 7000 рублей. Йо-йо-бин-бобин.